Вот какой путь развития современной Украины, современной России вам представляется наиболее приемлемым для народов, их эти территории населяющие? Для меня тот, что гуманнее. Чтоб крови поменьше. Для меня. Но ведь некоторым, и даже очень многим, моя позиция не нравится. То есть почему-то у нас молодечеством и ухарством считается лишение человека жизни. В этом видят какое-то великое достижение. Ну, это обезьяны или там какой-то первобытный с палкой, с камнем уже очень хорошо делал. А при современных методах уничтожения живых существ, так и землю можно все уничтожить, это расплюнуть.